Прекрасных слов, но тем не менее прекрасных слов всегда бывает недостаточно. Поэтому я с удовольствием присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые звучали и еще должны звучать в адрес нашего прекрасного сегодняшнего юбилея. Хочу сказать, что это действительно событие в нашей жизни, потому что 30 лет – это, с одной стороны, моментально пролетело, с другой стороны, это огромный срок. И для всех, для кого маячком служит телебашня, не просто маячком, а маячком, маяк, который дарит людям радость, который вещает о прекрасных, трудных, но событиях наших днях. Телебашня – это то, что утверждает нас всех в этой жизни. Поэтому я всех вас приветствую и искренне говорю, что я вас очень-очень люблю. Правда. Спасибо. И новая песня для вас. Где теперь они?